во время моей прежней поездки в Китай, и вот недавно в Шанхае, и вот сейчас в Москве, после того, как наше Министерство иностранных дел активизировали работу на этом направлении, мы рассчитываем, что в течение года нам удастся договориться и о этих двух участках. Хотя это дело сложное, и я бы здесь тоже категорично о сроках ничего не заявлял. Мы будем вести переговоры до тех пор, пока не достигнем состояния, которым будут удовлетворены обе стороны. Что касается возможного ответа, совместного ответа России и Китая на выход Соединенных Штатов из договора по ПРО 1972 года, ну, каждое государство само определяет, что и как ему делать. Теоретически это возможно. На практике Россия совместных действий в этой сфере с другими государствами, в том числе и с Китаем, не планирует. Должен вам сказать, что у России на сегодняшний день достаточно собственных сил и средств для того, чтобы реагировать на любое изменение в сфере международной и стратегической стабильности. Мы готовы к любому развитию событий. В отношении территориальных вопросов, которые есть между Россией и Японией, могу сказать следующее. На мой взгляд, за последние полтора-два года очень-очень много сделано в этом направлении. Ведь в конечном итоге, самым главным является состояние тех людей, которые считают эту территорию своей родиной. Тех, которые считают этой родиной ее после Второй мировой войны, и тех, которые считали ее до Второй мировой войны. Нам нужно было сделать шаги, о которых десятилетиями руководители наших стран говорили, но, к сожалению, в этом направлении на практике мало что было сделано. За тот период времени, о котором я только что сказал, за последние полтора-два года, качественно ситуация изменилась. Хочу это подчеркнуть. Вы знаете, что граждане Японии свободно могут въезжать на эту территорию. Там началась совместная экономическая деятельность. И это создает очень хорошую базу для решения всех территориальных вопросов окончательно. Как она будет решена, я пока вам не могу сказать. Но я уверен, что в ее решении абсолютно заинтересованы как Япония, так и Российская Федерация. И мы будем стремиться к тому, чтобы решить и эту проблему. Пожалуйста. Пятый ряд. Немножко не туда, вот если можно. Да. Спасибо. Уважаемый Владимир Ильич, я представляю газету «Правда Севера», город Архангельск. Буквально только что вернулся из Северодвинска, это, как вы знаете, российский государственный центр атомного судостроения. В лучшие годы там строилось до 2-3 атомных подводных лодок. Сегодня одна, в лучшем случае, в 1-2-3 года. Вы, как президент и верховный главнокомандующий, удовлетворены таким состоянием дел? И второй, связанный с этим вопрос. Намерены ли вы принять приглашение сардинских корабелов и военных моряков и лично участвовать в сдаче нового российского атомного крейсера «Гепард» военно-морскому флоту? Спасибо. Вы сказали, в лучшие времена. Они для кого-то были лучшими, для кого-то не очень. Все ведь познается в сравнении. Да, был период времени, когда мы уделяли особо много времени и вкладывали все, почти все имеющиеся у нас ресурсы в вооружение, в том числе и военно-морской флот. Я сейчас не буду давать оценку, хорошо это было или плохо. Во всяком случае, фактом является то, что вот это гонка вооружений без оглядки на реальные экономические возможности государства в значительной степени
являлась одной из причин, не единственной, но одной из причин, которая и подорвала и саму экономику, и как следствие доверие населения к государству. Мы это с вами знаем по событиям начала 90-х годов. Поэтому я с сожалением, правда, смотрел на это, когда вернулся из-за границы, понимал эмоциональный настрой населения, но с сожалением на все это смотрел. Допустить подобного, повторения подобного развития событий в нашей истории мы, конечно, не можем. Поэтому мы должны сопоставлять наши экономические возможности с нашими потребностями. Именно поэтому мы разработали программу модернизации вооруженных сил, называют ее еще военной реформой, рассчитанной на 10 лет. И в этой программе значительное внимание уделено и развитию военно-морского флота. Я могу сказать, что сегодняшним состоянием военно-морского флота не удовлетворен. Не удовлетворен и количеством боевых единиц в составе флота. Думаю, что, не думаю, а уверен абсолютно, в том, что флоту должно быть уделено больше внимания, чем это имело место в последние годы. Больше внимания даже в сравнении с другими видами вооруженных сил. Но это не значит, что мы должны вернуться к объемам вооружений и производству вооружений, которые мы производили в советский период. Нам это не только не по карману, это просто излишняя трата ресурсов, сил, средств, отвлечения этих сил и средств. Мы должны иметь такую армию, которая бы абсолютно обеспечила нашу обороноспособность, была бы эффективной, компактной, но не затратной, минимально затратной, так скажем. Что касается предложения участвовать в спуске «Гепарда», то сначала его нужно довести, этот проект, до конца, а после этого будет принято и соответствующее решение. Вообще, должен сказать, что я еще, работая в администрации президента, был назначен членом военного совета военно-морского флота. Меня пока оттуда никто не увольнял, поэтому при любой возможности особое внимание со стороны руководства страны к военно-морским силам будет обеспечено. Еще вопросы, пожалуйста. Филадельфия Инквайр. Трудим мы рады приветствовать вас в Москве. Мистер президент, 18 года назад я спрашивал, кто такой господин Путин в Давосе. Никто мне не мог дать ответа. Я до сих пор хочу узнать ответ на свой вопрос. Мне интересно, скажите, пожалуйста, во-первых, у вас есть какой-то особый политический ярлык, который можете себя описать, социальный демократ, либерал или еще что-то? И во-вторых, какая политическая, экономическая модель и политическая модель наиболее подходит для России? Есть ли особая российская модель, и как она будет выглядеть? И что вы хотите построить для российских и экономических институтов до того, как вы покинете ваш нынешний пост? Последнюю часть вопроса повторите, пожалуйста. What would you...